Здравствуйте, с вами Геннадий Королёв, и сегодня мы рассмотрим тему, где можно создать хороший блог. В принципе, у вас всего два варианта: создать платный блог, создать бесплатный блог. Все зависит от того, какая у вас цель. Если вам нужно общение, возможность заводить новые знакомства, то бесплатные сервисы вам вполне подойдут. Если же ваша цель пошире, создать бизнес-блог, заработать на нем, то нужно его продвигать, раскручивать, поэтому нужно искать более подходящий сервис. Обоих этот вариант свои достоинства и недостатки. Давайте разберем бесплатный сервис. Но основное его достоинство – это бесплатность. Вы не затратите ни копейки на его создание, продвижение, раскрутку. Единственное, что может быть понадобится, это ваше желание и время. Даже если у вас ничего не получится, то вы ничего не потеряете. С технической точки зрения вы тоже от вас ничего не требуется. Вам достаточно заполнить элементарные поля, имя, логин, пароль и так далее. Все, блог у вас есть, вы блогер, сервис делает все за вас, он привлекает аудиторию, продвигает блог ваш, раскручивает. Какое-то время у вас появляются друзья, вы активно с ними общаетесь, обмениваетесь фотографиями, видео, комментариями, становитесь популярным и, может быть, даже зарабатываете. Но основной недостаток бесплатных сервисов – это ограниченность функционали ваших блогов, то есть она задается блог-сервисом. Ну, у некоторых достаточно широкие. Поскольку вы не хозяин, вы полностью не можете на блоге делать все то, что вы хотите. У вас будет много, в том числе чужой рекламы. У вашего блога не будет своего имени. Обязательно будет присутствовать имя того сервиса, который вы используете. Но, повторяю, все зависит от цели. Если вам нужно общение и новые знакомства, то вполне подойдут и бесплатные сервисы. Давайте рассмотрим некоторые из них. Рассматривать будем те, которых я уже имею свои блоги и могу дать вам хорошие рекомендации. Одним из первых – это так называемый живой журнал или livejournal.com. Это прекрасная платформа, потому что здесь много людей, большая аудитория, достаточно функциональный блог, можно добавлять друзья, можно даже зарабатывать контекстную рекламу, только активно раскручивать не получится. Это карается баном. Здесь есть мой блог. Вот посмотрите. На этом же сервисе есть блоги и Дмитрия Медведева, Владимира Путина и других известных политиков и артистов. Следующий бесплатный сервис — это так называемый liveinternet.ru. Он хорошо дружит с Яндекс.Блогами, вернее, с Яндекс поисковиками, они хорошо их продвигают. Здесь очень много статистики для сайтов, так что он представляет место и под блог. Вот мой блог на этом сервисе. Как видите, реклама присутствует чужая, но что делать? Достаточно, но красиво выглядит. На следующем сервисе я хочу остановиться особо, потому что когда я искал идеальную платформу для бесплатного сервиса, вот этот блогер на гугле blogger.com привлек мое внимание своей простотой, большим выбором тем на русском языке, их можно легко в интернете найти, скачать. Дизайн блога очень хорошо управляется и сам. Отсутствие рекламы чужой, что немаловажно. Ну и также можно работать в смысле заработка. Вот посмотрите, один из моих блогов на этой платформе. Очень много вот страниц легко создаются. Здесь посты, справа сайдбар, в который можно ставить все что угодно: фотографии, видео, какой-то поиск, переводчик и так далее. Достаточно знать немножко технического языка HTML, тогда будет все нормально. Я знаю, когда работал
активно развивал свой MLM бизнес. Многие наши руководители могли очень быстро на этом сервисе создать наш коллективный корпоративный блог, на котором вешали все свои новости. Очень легко можно делать. Следующий сервис, который мы рассмотрим, это уже более известные. Я забыл сказать. Вот вначале у блогера есть краткое руководство, нажав на которое вы можете ознакомиться, и что такое блог, и как там нужно публиковать свои статьи, и конструировать, как его, чтобы принять уникальный вид. Вот смотрите, значит, цветовую гамму, шрифты, формат, фон, все можно это изменить, подстроить под вас, ставить фотографии, даже можно мобильную версию использовать, то есть если закачать специальную маленькую программу приложения на ваш мобильник, тогда можете вы на него и принимать все новости и самому отправлять на них. Достаточно, вот смотрите, в конце нажать на эту кнопочку, создайте блог, и блог у вас уже в кармане. То есть очень все хорошо, подробно все описывается. Следующие сервисы, они уже более известные. Вот, например, Яндекс, известный поисковик, тоже дает возможность бесплатного хостинга, такие рушные так называемые блоги я.ру. Ну, может быть, не такой функциональный, как Blogspot, но тоже заслуживает своего внимания. У него есть, вернее, у меня там есть тоже вот своя страничка, свой блог. Есть еще возможность создать даже свой сайт с помощью странички. Вот посмотрите, какой он у меня. Здесь мне понравилось то, что можно в шапку, в серединку, справа тоже поставить все, что угодно. Любую картинку, фотографию. Достаточно знать тоже HTML-код. Одно из известных сервисов, где можете иметь свой блог, это mail.ru. То есть там есть blogs.mail.ru. Если не получится туда зайти, можно на mail.ru зайти и вот нажать на эту кнопку блоги. И у вас можно создать здесь свой блог. Или в моем мире. Ну, там будет просто общение. Здесь блог все-таки он немножко пошире. Вот, например, посмотрите, у меня есть тоже блог, но единственное, что он не подходит для монетизации, для бизнеса. Видите, запись удалена как спам, потому что я здесь позволил себе как-то упоминать один из бизнес-проектов. Меня сразу поместили в спам. И напоследок я вам хочу предложить очень известную платформу wordpress.com. Почему WordPress? Это тема отдельного урока. Пока хочу сказать, что у меня вот на этой платформе есть несколько даже блогов. На них очень хорошо тренироваться, осваивать эти блоги, чтобы потом плавно перейти на платный. Вы можете увидеть у меня внизу адрес wordpress.bесплатно.королев.гг.ком. На этом мини-сайте вы можете подписаться на мини-курс «Как создать бесплатный блог на WordPress». Там я все подробно рассказываю, показываю, и вы можете также создать свой блог. Он очень функциональный по сравнению даже с Blogspot. В заключение хочу сказать, что бесплатных вот этих хостингов достаточно много. Я вам показал только те, у которых у меня есть опыт их ведения и мои блоги. Но если вам этого мало, вы можете в поисковике Яндекс и Google ввести запрос «бесплатные хостинги», вам выдадут кучу еще других результатов. Но, в принципе, они мало чем отличаются друг для друга. И для того, чтобы иметь знакомство, общение или базу для того, чтобы познакомиться, как завести и вести блог, вам это вполне достаточно. Единственное, что вы можете учитывать, это ваших друзей, если у них уже есть блог на каком-то сервисе, то чтобы вам лучше общаться, поддерживать друг друга, лучше завести тоже блог на этом же сервисе. На этом наш урок закончен. С вами был Геннадий Королев. До встречи в новых уроках.